понедельник в Харциске стартовала неделя детской и юношеской книги. Прививать любовь к чтению нужно с ранних лет, считают сотрудники городской библиотеки, особенно сейчас, когда всемирная паутина затягивает в свои сети ребят самого младшего возраста. Сегодня библиотекари вместе с актерами театра-студии «Браво» и работниками Дворца культуры организовали для самых маленьких читателей, детей старших групп нескольких харцизских детских садов, небольшое театрализованное действо. Традиционно на весенних каникулах во всех библиотеках нашей страны проходит неделя детской книги. В течение этой недели во всех библиотеках города будут проходить литературные утренники, викторины, театрализованные мероприятия, читательские конференции, цель которых – привить любовь к книге и к чтению, а также для молодежи, так как это еще и неделя юношеской библиотеки, это повышение престижа чтения. На празднике, посвященном детским книгам, в гости к ребятам пришли персонажи из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик», «Лиса Алиса» и «Кот Базилио», которые устроили для детей викторину. Воспитанникам детских садов нужно было угадать, какой из сказок принадлежат атрибуты, которые Алиса доставала из своего мешка. Ребята успешно справились со всеми заданиями и тем самым доказали, что они хорошо знакомы со всеми главными героями известных сказок. По словам воспитателя чудо-сада Елены Баевой, дети особенно любят слушать сказки с продолжением. Им очень интересно слушать, как мы им читаем. Вот, и обычно они просят продолжения. Мы их недавно вот знакомили даже с историей создания книги. То детки должны слушать книги, учиться их читать. Но интернет еще рано. Детям еще только предстоит узнать, сколько всего интересного для них может открыть книга. А сегодня они с энтузиазмом хлопали в ладоши и были рады тому, что их любимые сказочные персонажи прямо из фантазий пришли к ним в гости.